Я из города Тулы и закончила педагогический колледж. И уже на 4-м курсе обучения я определилась со своей будущей специальностью работы. Я работаю в школе-интернат города Тулы 1-2 вида учителем. И стало для меня необходимостью получения высшего образования. Этот вуз я выбрала, потому что здесь огромное количество хороших сурдопедагогов, поскольку именно эту специальность я выбрала для себя. Эти педагоги дали мне огромное количество знаний, которые мне просто необходимы в моей работе.